Реалии времени отражены в этом эпохальном произведении, которое песней назвать нельзя, это просто называется гордо и просто «Песнь о Козлове». В принципе, он все рассказал, поэтому можно уже не петь. Да. Все совпадения случайны. Песня гораздо проще, чем еще сказал. Но это не песня, нет, это все-таки песня. Песня проще, а песня... Да. Московское время 6 часов утра. Доброе утро, товарищи. Передаем последние известия. Вчера в 19:08 у Козлова поехала крыша. А вчера в 19:08 у Козлова поехала крыша.
крепко гвоздями прибил. Еще одна песня. У нас практически вот каждый.